позвонили в полицию. К сожалению, все операторы заняты. Оставайтесь на связи, вам обязательно... Дежурная полиция Куркина. Добрый день, это дежурная часть города Мурманска, или да? Правильно? Смотрите, хотел сделать заявление сейчас вам. Мною было подано уже давно в декабре против моего соседа на угрозу жизнью. Он меня порезал по статьям 119, 115 и 111 через 30 Уголовного кодекса. Вот. Сейчас, что произошло, 20 минут назад я нахожусь дома. Он пьяный опять стучит ко мне в дверь. Ну, с ножом он опять, не с ножом, я не знаю. То есть я к двери подошел, увидел в глазок, что друг его... вытащил в подъезд, получается. Ну, и они ушли, то есть сели в машину, не знаю, вернется он сейчас, не вернется, как бы, ну, я опасаюсь за свою жизнь. Хочу сделать заявление. Это фамилия ваша? Александров Алексей Александрович. Чтобы, может, его задержали сейчас, ну, или к нему съездили, узнали, пьяный он, не пьяный, я не знаю, как, ну. Александрович, да? Да. Проживаете где? Номер, с которого звонить вам принадлежит? Да, мне. Так, вам сейчас по месту жительства пришел-то, вы его знаете, да? Ну, я знаю, что он владелец соседних помещений, как его зовут, я не знаю, но еще раз говорю, что 10 декабря 2023 года в ОП номер 3 было подано мое заявление на него. Ну, они должны знать. Понимаю. Они должны знать, кто это, то есть. По месту жительства сейчас пришел мужчина, он стучит к вам в дверь или что сейчас происходит? 20 минут назад я себе наливал кофе, услышал стук в дверь, подошел к глазку, смотрю, этот мужик пьяный, который на меня в декабре того года кидался с ножом. Он стучит ко мне в дверь, пьяный, с друзьями. Его друг, ну, не знаю, кто который он. Говорите. 10 декабря, да, 10 декабря 23 года. Вот. И его друг сейчас берет его, как бы оттаскивает от моей двери, ну, чтобы он не стучал ко мне, и в подъезд его вывел. Ну, соответственно, и сам с ним вышел. Я в окно уже, ну, на кухне в окно смотрю, у меня окно на подъезд выходит. Смотрю, они, ну, их трое, во-первых, они вот этого стоматолога под ручки, ну, как бы ведут к машину, в машину, что я делаю вид, вывод, что он пьяный. Садят его в машину, и они как бы на этой машине уезжают. Не знаю, может, они за водкой я поехали. А 10-го, 12-го у вас по этому факту было уголовное дело возбуждено? Вы говорите, 15-го? Мною было подано заявление, уголовное дело до сих пор не возбуждено. Вот сейчас с юристом как бы решаем вот этот вопрос, почему не возбуждено уголовное дело. Просто повторяется опять, понимаете? Ну, что тогда он с ножом ко мне, что сейчас неизвестно, с чем он там стоял. Да, я поняла, сейчас ваша заявочка приняла, также передам в отдел полиции. Мне сейчас что, как бы, ждать звонка или их ждать по делу полиции, сотрудников или что? Ну, наряд сейчас к вам приедет, он у вас сейчас не стоит, сейчас наряд не поедет, сейчас участковый будет к вам выходить. Участковый. Все хорошо. Да, брать вас объяснение. Хорошо, хорошо. Все, да, да. Ага, можно я сейчас просто с юристом связывался, он меня попросил дополнить. Можно дополнить? Да, говорите. 10 декабря 23 года вот этот же мужчина бросился на меня с ножом, порезал мне голову, угрожал убийством ножом непосредственно. Так, подождите, бросился с ножом, порезал голову? Да, бросился с ножом, порезал мне голову, угрожал мне убийством этим ножом. И я требую, чтобы его сейчас задержали. Потому что он сейчас пьяный. И как бы ждать участкового я не хочу. Что он сейчас делает, мне неизвестно. А сейчас он приходил, как просто стучался в дверь и ушел, да? Да, он стучал в дверь, да, я подошел к глазку, увидел в глазок, что его друг его оттаскивает в подъезд, ну, из тамбура. Ну, и они, собственно, уходят. Потом смотрю в окно, они садятся в машину, его подружки ведут к машине. Ну, видимо, он пьяный, потому что. Садятся в машину и уезжают. Ну, я не знаю, в магазин они поехали. Куда они поехали? А есть данные его, вы не знаете? У меня нету, у меня данных его нету, он владелец его соседних помещений, это 218-я, 219-я квартира получается. И есть данные в ОП-3 города Мурманска, потому что я писал 10 декабря на него заявление, там у них должны быть его данные. А вы говорите, его в автомобиль посадили, а что за автомобиль, не скажете? Белый Рено Логан, по-моему. Рено Логан, а госномер не видели? Нет, он там стоял, там... Ну, не у подъезда стоял, не видно было. А
Рост метров, не знаю, 1,75 м, 1,80 м. Немножко полноватый. Седые волосы, по-моему. В очках. А на вид сколько лет? На вид, ближе к 60, наверное. Уже такой, в годах, в общем. А во что одет? Куртка ниже пояса такая, обычная, темный цвет, но в окно не понял, темно-синий или темно-зеленый, какой-то такой. Хорошо, дополним информацию, ждите. Спасибо.